И вот мы вновь на дороге ярости, вместе с бешеным Максом. Сука, с бешеным просто такой, о, блядь, убью нахуй. А впереди у нас конвой, на задание убить Чихпыха. Ну думай, сука, нахуй. Он впереди ей, он говорит, нихуя, блядь. Да в рот меня Чихпых, блядь, говорит, сука, это же безумный Макс, нахуй. А я, нахуй, это я, блядь, я пришел за тобой. Ну, значит, брюхорез тут, в крепости брюхореза, сам же этот хуй, дал задание убить на дороге главаря банды, значит, конвой есть, у одного главаря тут банды, блядь, которого зовут Чихпых. Сука, вот мне надо убить. Ну, самое главное, убить его, разъебать его машину. Ну, соответственно, конечно, по возможности дать пизды остальным. А, сука, вот тут такие еще машинки паленые, блядь. Они такие... Прыгать к нему на машину, один не попал, хуя, их двое уже на моей машине. И они тыкают меня палками какими. Хорош тыкать палками. Жёсткое мясорубище. Кстати, конвоев тут таких достаточно. На каждом отрезке карты по два конвоя. Поэтому веселиться тут можно частенько. А, на, сюда. Свои же поджигают, нормально, тоже неплохо. А вообще вот под огниво этого черта лучше не попадает. Пиздец он нахуй. Сука он, блядь, просто нахуй сделает такой курзимес из тебя нахуй. Просто без встроганов полный. Либо зуб по-татарски, блядь, с солеными огурцами. Ааа, ща не уебаны, блядь. Нахуй дверь тебе, блядь. Я так понимаю, что надо уже улучшать и гарпун. Улучшать свою всю машину, потому что... Есть шипы, которые тоже надо приобрести, чтобы не запрыгивали ко мне машины, не тыркали в меня всякими своими, блядь, палками. Ну и гарпун, чтобы мог отрывать достаточно прочные детали в машину этих пидорасов. Чихпых, сука, иди сюда, я тебя, блядь, в рот чихпыхну, блядь, сука, иди сюда, козлина. Жесткие, жестокие, блядь, гонки, просто пиздец. Меня его прям преследует. А он, я, блядь, эти, блядь, его волки, сука, пиздец, они его охраняют. Причем, блядь, как я, сука, еле ушел. Не по-детски такая, у него охрана прихуёвая. Но он где-то нанимался, чё-па. Сейчас на охрану приедет. Сука, какие-то, бля, прямо такие спецназовцы нехуёвые. Ну, бля, хуй, сука, хуй, бля, чё. А, не, приготовился прыгать, да надо, бля, бля. А ещё есть такие... Можно, блядь, эти взрывными... У меня ещё есть взрыв... Блядь, сейчас нету. Такие гарпуны взрыватели. Громопуны, блядь. Вот, вот, блядь, сука, колесо не оторвать нужен. Гарпун 4 уровня, а у меня всего лишь 3. А, бля, погонять лома на брать, типа, обязательно приобрести себе, блядь, 4 уровень. А сейчас пока попробуем справиться и такой хуйки. А, дайте, да мне мужика этого, блядь, высадить из маршрутки. Сука, ну, нихуя он подлетел, как нихуёво. А, блядь, небо озарилось красным. Я ебал. У этого, блядь, как-нибудь кончится, горит. Кончилось. Ну а почетче такое говорит. Кончится горилка. О, блядь. Как говорю, кончится горилка, у меня сразу прекращается горилка. Хуйня, не помню. Блять, ну этот сука меня еще заебал. Ну везде, страсти накалены нахуй. Блять, стоять нахуй. Кому-то мы сюда оторвали бампер какой-то. О, вот так вот тоже можно, блядь. А, нихуя он своего сжёг так, красава. Блять, мы это тоже горим, не клёво так. Сука, я мясо вот. А у меня не отнимается, кстати, я почему-то горю, а жетуха не отнимается. Догнать! Догнать! Убить, блядь! Я тут еще, блядь, какие-то самострелы под ветром. Во, у нас есть эти громопуны, вот. Догнать, Чихпыха! Разорвать козла! Ну все, пиздец. Да на, сука! Вот так вот мы взорвали. Ай, нам задок, уебали. А, ну че, козлы, выходи, блядь, на бой. Выходи на смертный бой. А, блядь, нихуя, сука, по ноге. А, нихуя, фу. Я только, блядь, Макс только успевает уворачиваться. Охуеть. Че делать, блядь, нихуя, блядь, они тут два таких потрошителя. Хорошо еще они не наезжают, но... блядь, наезжают, но саму машину они не пытаются спить. Когда меня в ней нет. Это иногда спасает ситуацию. Блять, иногда я получаю просто поебало. А! Че ты козлина, сука? Ну давайте. Давай, падла, на нахуй тебе, блядь. Ну, сука. А, в ебальник, блядь.
Че, сука, блядь? Хилики, блядь. Ну так-то по одному их, блядь, или по двое, блядь, могу вообще высадить просто хуё. И Макса тоже надо, блядь, прокачать. Все, пиздец, займусь жестким, блядь, жесткой прокачкой. И прокачаю как машину, так и Макса. Надо уже, блядь, устраивать мясорубище такое, блядь, нихуёво. Типа вот этого. На, нахуй, блядь. Я его переебал, блядь. Все, хуёв. Очень живой, такой боевики. Да, блядь, вы заебали. Самое главное, мне нужен чехпы. Отдайте мне этого козла, я оставлю вас в покое. Я его буду просто расстреливать, падла. Тихо, тихо, он сошел с дистанции, блядь. Стоп. Надя, в задок, блядь. Пиздец, вот это вот гонка, блядь, я хуею. Кстати, есть здесь смертельные гонки, но это, блядь, это как во всех остальных играх, мафия, GTA. Блядь, ну нахуй, нахуй разработчики делают такое говно с этими, блядь, вечными гонками. Это вечно, блядь, на какие-то секунды, сука, они просто заебали, блядь, просто заебли. Я выиграл одну гонку. В самом начале, блядь, вернулся, блядь, выиграл одну гонку, блядь. Такую, более-менее, которую можно пройти. И что? В результате я, блядь, получил нахуй машину, блядь, на которых ездят вот эти пидорасы, которые я могу просто у них же и отнять, блядь. Для чего она дается? Хуй его знает. Просто в любой из крепостей можно ее выбрать и на ней выехать. Там нет уже истянщика, она не чинится. То есть, если ты ее разъебал, то у тебя два выхода. Либо одной кнопкой вернуться в крепость, либо другой кнопкой вызвать уже истянщика на твоем же, блядь, драндулете, на котором мы сейчас едем. Сука! Короче, что я хочу сказать. Заебись только обновление своей машины и гонять только на ней вместе с жестянщиком. Пиздец, вот это самая мечта. Остальное все хуйня. На, блядь, чипы, пидорас, сука. Я уже сам тут, блядь, еле-еле на. Заебашил его и сам уже горю. Так, сейчас надо подъехать к скале. Не, блядь. Тут надо вызывать их на рукопашку. Давайте, ублюдки. Ублюдки, давай на меня! Давай, сука! Сука, подходи! Подходи, сука! Ты бритый, блядь, бритоголовый ублюдок, блядь! Давайте, скинхеды! А нихуя они, блядь, камнями! Они камнями начали ебашить! Ну я себе, блядь! Я так нечестно! Давай, на-на! А, сука, на тебе вздышло! На, сука, на-на! На, с колена, блядь! Уебан, блядь! Чё, сука, сытина, не? На-на! Хуя ему нос разбил! На тебе в череп, блядь! Куда, сука, отвернулся? На-на! На, блядь! На, на! Щёлай, давай, пошли, щёлай! Ха-ха-ха! Тихо, блядь, хуярил! Заебись! Ну вот таким вот хуем мы, короче, разъебали весь конвой чехпыха. Тем самым, выполнив еще одно задание. Вот. Что по поводу сбора деталей, это уже стало намного проще и легче. Украшение на капот. Хуя такая, блядь. Черепуха, нахуй, какого-то козла, блядь. Горного козла. Не будет на машине. Нихуя, сука, нихуя меня по колесам намотало-то. Нихуя он, пидорас, блядь. Да ты охуел, что ли? Ну-ка, выйди сюда. Может, его застрелить, блядь? А, нет, так, ебало на, блядь. А, вдышло, на тебе, ебаник, на. На тебе еще пару костей сломаю. Так вот о чем же я. А! Заебись, короче, прокачка крепости. Все эти, блядь, чистильщики, хуистильщики, там, блядь, металлосборники, эти всякие собирания, блядь, каких-то колясок, блядь, каких-то этих всякой этой фурнитуры, приводит к тому, что при разбитии машины врага уже не надо собирать металлолом. Это металлолом собирают уже якобы за тебя. И, конечно, больше лома вообще прирост в крепости. Так что качаемся дальше, смотрим продолжение Макса. Всем пока!